Друзья, сегодня мы с вами распакуем самые премиальные часы от компании Xiaomi. Дорогие, но премиальные, из премиальных материалов. Давай смотреть, да? Бинц. Ну, как обычно, я не умею вскрывать и достаю. У нас, в принципе, они уже показаны, да? Я смотрел про эти часики, они выполнены из титанового сплава. Бум! И они у нас реально с кожаным ремешком. То есть здесь реально кожаный ремешок, да? То есть не как вот здесь эко-кожа, это хуавеевский у меня на Amazfit GTR 2, а здесь реально из кожи сделан. То есть вот так вот, да, они выглядят. Здесь опять же мы видим две клавиши, как и на GTR, но у нас здесь есть вот такая клавиша. Сейчас посмотрим, крутится, не крутится. Безель у нас, по крайней мере, не крутится. Но выглядит, да, они базара нет, круто выглядит по сравнению с теми же самыми GTR 2, GTR 2i, который, да, или E. Окей. Что у нас, значит, по комплекту? У нас такая подкладка прям хорошая здесь. Зарядная база здесь совершенно другая, не такая, как на GTR-ах. Абсолютно, то есть, бамс, они вон как, да, то есть, это у нас а-ля Apple Watch. Смотрите, да, то есть дынс, и вот так вот они, магнит, правда, слабоват, то есть их нужно будет обязательно класть, да, где-то отталкивать, то есть их нужно будет класть на них сверху, то есть нет, скажем так, здесь контактов, да, как вы видите, убираем вот это дело, и может, кстати, даже сейчас он не будет крепиться получше, да, магнитится, но не сильный магнит, то есть их можно отсюда скинуть, то есть обязательно вы будете их класть вот таким вот образом, да, то есть если вы как-то криво положили, они у вас не будут заряжаться, нужно прям четко класть, да, и здесь у нас, скорее всего, все педали, как обычно, да, бымс, да, здесь вот такой жих, талмуд у нас, значит, и русский язык здесь тоже есть, имеется в виду русский язык, перевод, да, инструкция, или как же мы ее называем, правильно, все педали. Окей, убираем все в сторону. Да вот сейчас я их надел на руку, и можете посмотреть, как они смотрятся на руке, да, то есть, пожалуйста. Я установил принципиально тот же самый watch face, как и здесь, чтобы вы могли лицезреть, как они смотрятся с таким же watch face, да, GTR 2 и обычные вот эти, обычные, да, сколько они стоят, да, $350-370 они стоят, так, чтобы вы не искушались, да, то, что титан, кожа, вся фигня, и сейчас так, за 2000, нет, чуваки, они стоят реально больших денег. Итак, экран здесь практически 1,4 дюйма, 1 там 39, да, там десятую дюйма, да. Здесь у нас NTSC покрытие, это специальное покрытие для того, чтобы они были меньше подвержены царапанию, там все дела, то есть экран здесь на 550 нит, яркий, нормальный. Ремешок, опять же, здесь кожаный, он не из эко-кожи, или я не знаю, как это правильно называется у Huawei, ну, в общем, здесь он реально прям, ну, такой, то есть упругий, первый раз, когда вы будете надевать, ну, они прям, ну, действительно жестко так будут садиться, но потом все окей. Здесь у нас получается 5 ATM, для погружения в под воду, то есть спокойно, но не знаю, что будет с этим ремешком впоследствии. То есть резинового никакого там силиконового нет в комплекте, есть только этот. С этим ничего, в принципе, не случилось, хотя это не кожа, еще раз повторю, я не знаю, как это правильно называть, ну, что-то типа эко-кожи, да? Но здесь есть возможность, скажем так, погружаться под воду. Еще раз повторюсь, не знаю, что будет со временем, да? У кого кожаные ремешки, скажите, пожалуйста, да? Опять же, он точно такой же, 22 миллиметра, то есть если не понравился этот, ставьте ваш любой, хоть браслет какой-нибудь без ремешка, и, пожалуйста, юзайте. Так, по управлению здесь следующая фигня. То есть они сенсорные, все понятно, да. Это не нужно объяснять, как это в тех же самых GTR-ах, да, GTS-ах. Здесь удобно сделана вот эта фишка. То есть у нас здесь такое офигенное вибро стоит, когда мы крутим, то есть у нас получается реализована вот эта штука. Это дико удобно, бляха-муха, либо безель, либо вот эта вещь, да, то есть раз-раз ты нажал меню, не надо прокручивать, просто жинк вот здесь, нажал на события, все, нет событий, да, все, заканчиваем, все, закрывай ролик, все, нет событий, все. Здесь установлен все тот же новый датчик PPG, биотрекер второй, все тот же датчик сердцебиения, кислорода в крови, отслеживание сна здесь есть, опять же у нас датчик геомагнитный, гироскоп, датчик давления атмосферного, GPS, ГЛОНАСС, все это здесь есть. И опять же здесь есть Amazon, амазоновская, да, амазоновская штучка Alexa, которая, чё? Правильно, она здесь нафиг не нужна в России. Кстати, в некоторых даже европейских странах она тоже нифига не нужна. То есть, ладно, да, захочешь по-английски с ней будешь базарить, да. Но знаешь, мне кажется, вообще для России это, ну, ну такой себе бонус. То есть, опять же, отверстие под микрофон есть. То есть, ты можешь задавать ей вопрос на английском у Alexa, да. А говорить нет. СМС-ки ты опять же не можешь ответить. То есть, блин, и звонки принимать и совершать ты
тоже не можешь с этих часов. Здесь есть Always On Display, либо Always On, и классно то, что он показывает на Always On тот циферблат, который вы поставили, то есть он не будет там упрощенный вариант ставить, да, то есть вы поставили, и Always On будет показывать, но это будет опять же выжирать батарейку. По батарейке здесь точно так же, как и в GTR 2, то есть 15 суток они будут у вас работать на одном заряде. Это хорошо, в среднем использовании, то есть не так, что выдрачивать их будете, да, и скажут, ну что-то на 15 нет, правильно, потому что ты их выдрачиваешь, блин. Ну ты понял, да? То есть в среднем использовать 15, ну окей, 14 дней они будут служить, это хорошо, да? Также здесь можно спокойно настраивать watchface, то есть я сейчас закатал через приложение Zep, любые watchface, вы можете их 50 здесь штук, но помимо этого можете еще вот так вот настраивать, то есть хотите здесь калории, хотите здесь у вас будет пульс, хотите вот здесь у вас будет пои, либо погода отображаться, и пожалуйста, здесь вы можете оставить пульс, либо погоду, либо что-нибудь еще, да? Ну здесь пульс только погода, да, то есть в этом варианте вы только два, скажем так, да, положения можете выбрать. Но это в некоторых, скажем так, watchface. Да, допустим, если мы захотим что-то настроить в watchface, который мы закатали, не получится. То есть он будет отображать только то, что он отображает изначально. То есть это свои, скажем так, да, стендалоновые, которые стоят здесь в watchface, только с ними вы можете работать. Вот они, те самые watchface, то есть я прогрузил их немножечко. Ну тут вот сколько их там, 50, да, штук. Вот, пожалуй, да, не 50, тут поболя будут, 60, 70, ну, то есть, достаточно серьезно, 82 watchface, блин, они не все еще прогрузились, спасибо такому быстрому интернету, но, в принципе, да, вот я вот свой любимый поставил, вот он, номер 7, он у меня на GTR 2 стоит, и я сюда его поставил, просто сравнил, посмотрел, да, по экрану, в принципе, я разницы особой не увидел, если вы ее видите, мои кните в комментариях, но я что-то не вижу, да, то есть, вот так вот. И вот вы знаете... Я вот прикинул палец к носу и вот сравнил эти двое часов, даже не эти, потому что GTR 2, они могут больше, чем вот эти Zep Z. Я сказал, да, как они зовутся? Ну, наверное, в названии ты увидел. Они умеют больше, чем эти. То есть здесь есть, да, микрофон, но он для Алексы. Эти часы могут спокойно позволить вам общаться по телефону, да, подключившись к смартфону по Bluetooth. Сюда можно музыку закатывать, сюда ее ты не закачаешь. То есть, по сути дела, здесь по начинке они те же самые GTR 2E, или E, правильно они называются, да, которые стоят 8-9 тысяч, там с купонами можно найти. И вот у меня просто, знаете, противовес такой в голове, то есть я соображал, включая именно в рационализме, знаете, $370 стоит, это практически там под тридцатник, да, 27-28 тысяч рублей, наверняка и вы со мной согласитесь, если нет, напишите в комментах нет, но мне кажется, лучше взять GTR 2E, который стоит 8-9 тысяч, и за 20-21 тысячу вы можете себе позволить смартфон. То есть, понимаете, в чем прикол? Нет, скорее всего, найдутся люди, ценители кожи. Они действительно круто сделаны. Да, действительно, хороший ремешок. Да, действительно, закаленное стекло, титановый корпус. Все это дорого, но мне кажется, только из-за этого они столько и стоят. Если же брать по функциональности, то даже GTR 2 их уделают, уработают по наличию той же самой музыки, закачиваю на борт этих часов, и по, естественно же, совершению звонков, потому что здесь есть как динамик, так и микрофон. Здесь Alexa, бам, которая нафиг не работает в России. То есть, по сути дела, здесь идет, я лично так думаю, переплата за кожу, за титан, за вот это исполнение, за такую зарядку под Apple Watch сделанную, которую вот так вот типа кладешь, она вот, наверное, в какие-то ячеечки будет, какой Apple Watch, это все клаться там, знаете, вот эти зарядоньки, все эти дела. Скорее всего так. Но по функциональности я сейчас поковырялся, ну, ребят, это те же самые GTR 2E. Вот серьезно. Поправьте меня в комментах, если я не прав. Вот, может быть, я что-то не понимаю и тупой, но вот как-то так. Классно, выполнены круто, но функциональность та же самая. Что думаешь ты относительно данных смарт-часов? Пиши в комментах под этим видео. И, кстати, да, мы GTR 2E и GTS 2E и BPU Pro разыгрываем на канале. Если ты не знал, то найди на канале и, наверное, ссылку положу или где-то еще вылезет. Мы сейчас разыгрываем трое часов от Amazfit. То есть это реально классные часики, обзоры ты можешь посмотреть. Эти же часы, я считаю, что это то же самое, что и GTR 2E, только в крутом корпусе, только с крутым кожаным ремешком. Как-то так.
Пока. Слушаю, чё зна... И чё? Чё ты пиздец берешь? Послушай меня сюда. Кот. Послушай меня сюда. Мне кажется, знаешь чё? Чё? Мне кажется, что они уже совсем зажрались. Почему зажрались? У тебя 1370 долларов за эти часы? Ну, смотри, прикольно, видишь, как регулируются все дела. Кожа тут, титан. Да я не знаю, что из адамантия сделал. Адамантия? Да, что из кожи за эту дракона. Это как его застать. Кот, ну сделали такие. Не хочешь не покупать, кто тебя заставляет? Никто не заставляет, я тебе просто говорю, что так не должно. Так, значит, ты эти себе останешь, да? Нет, я буду ходить в этих. Тогда ты отдам. Зачем? Я открывал, я все равно тебе должны. Отдать тебе деньги. Давай. Разберусь. Давай. Кот. Давай, я скажу.